Всем привет! Сегодня хочу сделать видео на тему разборки пистолета Galaxy G10. G10 выпускался, не знаю, сейчас его нет у нас в продаже. G10 обычный и G10A. Отличие — это наличие имитации глушителя. И в дульном срезе на модели G10A имеется левосторонняя резьба, на которой можно накрутить имитацию глушителя, так же как является удлинителем ствола. Я уже делал обзор на данные спринговые пистолеты. Это пластиковый пистолет, это не огнестрел. Есть обзоры. Вот. И давайте посмотрим, может быть, кому-то это пригодится для ремонта. Значит, как разобрать данный пистолет? Извлекаем магазин. И чтобы разобрать, нужно снять затвор. Затвор снимается, он соединен из двух, сделан из двух частей, соединен вот этими винтами. Можно сказать, там саморезы, винты. Не знаю, как там китайцы делали. Так, берем крестовую отверточку. У меня вот есть такой набор. Он во многом помогает. Покупал его в АТБ. Что-то там или 25, или 30 гривен. Сейчас надо просто подобрать под этот крест отвертку. Но вот это, наверное, большая будет. Так. Это еще больше. Меньше-то и... Ага, вот. Так. Значит, откручиваем этот болтик. И откручиваем этот полностью. Понятно, что китайцы садили эти болтики на горячую, может быть, садили. Видите, так просто его извлечь отсюда не получается. Вот такого вот он вида. И все саморезы кладем в какую-то коробочку, которая потом... Итак, передний саморез я чуть-чуть открутил, задний открутил больше. И мы теперь можем разъединить затвор. Но до определенных возможностей, чтобы он тоже не треснул. Потому что это все пластик. Пластик такой, будем говорить, не сильно прочный, потому что это все игрушечные пистолеты. Но открутил вот я чуть-чуть больше, и можно эти две половинки теперь разъединить. Вот, разъединяем. Тут будет пружина стоять. Придерживаем все аккуратно. Ну, затвор сделан не из пластика. Это, видите, уже какая-то... Ага, это саморез. Пружина возвратная, которая на ствол надевается. И две половинки. Они выполнены из... Скорее всего, это силумин. Это даже не ЦАМ, не сплав. Это силумин. Он не магнитится. Затвор вот из таких двух половинок у нас. И теперь сам пистолет, сама рамка. Вот эта накладка, она на резьбе. Также она сделана из сплава. Нет, я вас немножко обманул, она магнитится. То есть в ней есть какая-то часть стали.
Дальше. Здесь находится пружина и поршень, который создает вот это вот пневматическое усилие. И идет подача шарика из магазина. Теперь можно снять поршень. Отводим его в крайнее положение. Удерживаем, приподнимаем вот так вот. Все. Пружина достаточно жесткая. Вот это вот. Видите, по виткам, по толщине витков видно, что пружина жесткая. И вот он, сам поршень, который создает вот в этой камере давление воздуха, которое выплевывает шарик в канал ствола. Вот канал ствола, диаметр 4 миллиметра. И тут вот сверху вы видите такой типа хоп-ап называется. То есть ставится резиночка, которая заставляет шарик немножко дать ему крутящий момент. Вот эта часть ствола, такой имитация патронника, это все сделано из пластика. Вот эта часть сделана из сплава. Вот. Вот это вот сплав у нас. Тут тоже сплав, но он такой, патронник, ствол, пластик. Часть, куда упирается пружина, сплав. Имитация курка. Курок неподвижный. Вот так вот выглядит Galaxy G10 внутри. Может, кому-то понадобится для ремонта, или кто-то захочет его усилить как-то там. Ну, пока усилить есть вариант, это только поменять вот эту манжету. Ее можно немножко вот так вот выгнуть. И когда вы зажмете пальцем вот эту часть, видите, здесь часть, она неровная. Смотрите, видите, китайцы немножко набокопорили, то есть можно ее срезать, будет ровная часть. Вот, и когда мы нажимаем, создается усилие, значит, воздух не проходит. Сборка. Берем поршень в сборе. Вставляем пружину, одеваем на вот этот вот зацеп и аккуратно вставляем на посадочное место. Пружина, ну, достаточно для такого маленького пистолетика, достаточно жесткая. Можно накрутить фальш, наконечник ствола. Теперь самое интересное, это теперь нам нужно одеть затвор. Ну, так как пружина его держит, собираем и вот видите, могут быть перекосы. Нужно за этим следить. Главное собрать переднюю часть. Когда вы собрали переднюю часть, все, задняя часть уже стала на свое место. Все, теперь эти саморезы, они по длине одинаковые. Неважно, какой был первый, какой второй, передний, задний. Закручиваем. Переднюю часть. Все, пистолет собран, работает. Всем спасибо за просмотр. Думаю, кому-то помогло мое видео разобрать пистолет, если с ним что-то произошло, или шарик застрял, или что. Разборка не составляет никакого труда. Видите? Достаточно
ну, хорошо сделан. Понятно, что это игрушка, но игрушка достаточно хорошо сделанная. И копия SV. Тут они почему-то пожлобились сделать логотип на самом, на рукоятке. А здесь они, видите, SV сделали на коробке. Еще модель G10A, которая с глушителем, с имитацией глушителя. Глушитель накрутить на модель G10 не представляется возможным, потому что на вот этом наконечнике нет резьбы. Но так пистолеты абсолютно идентичные. Разборка такая же самая. Ну, где-то так. Такие вот две интересные модели. Может, кому-то помог. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Всем пока!